Трагедия и комедия переплетаются в одной из самых известных опер Джузеппе Верди «Бал Маскарад». Первый раз зрители увидели это произведение еще в далеком 1859 году в Риме. Теперь же «Бал Маскарад» поставлен на сцене Барселонского театра Лисео. Партию главного героя, губернатора Бостона Ричарда, блестяще исполняет польский тенор Петр Бичало. Я с удовольствием принял участие в этой постановке. Верди написал невероятно интересные партии для моего персонажа Ричарда. В них есть и комизм, и элегические настроения. Это настоящий простор для самых разных интерпретаций. Ричард тайно влюблен в Амелию, жену своего верного помощника Рената. Это чувство взаимно, но запретную черту герои не переступают. Муж Амелии ошибочно подозревает свою супругу в измене и на балу хочет убить Ричарда. Да, зловещему предсказанию гадалке Ульрике суждено сбыться. Больше всего мне нравится момент, когда Ричард начинает смеяться над предсказаниями Ульрики. На мой взгляд, это лучшая сцена. Гений Верди проявился тогда, когда он писал эту партию. Он сумел комическую сцену превратить в серьезную. Для меня это один из самых ярких, интересных моментов оперы. И в то же время для тенора это одно из самых серьезных испытаний. Это человеческая комедия, которая одновременно леденит душу, была поставлена французом Винсаном Буссаром. Бал не просто последняя сцена оперы. Вся наша жизнь — бал, на котором нам приходится прятать лицо под маской. В этом смысл произведения. Это некий оксюморон. За кажущейся легкостью скрывается тяжесть жестокой судьбы. Бал становится олицетворением глубочайшего одиночества. Всегда есть что-то, что на самом деле имеет противоположный смысл. Скрываясь под маской, мы рассказываем правду. То, что мы создаем здесь, в театре Лисео, в Барселоне, останется вне времени. И важно, что идеи режиссера не затеняют самой истории. Современное восприятие оперы соединяется с классическим повествованием. И это то, что мне нравится.